В современном Алматы установлено более 80 памятников и бюстов. Участники исторических событий, выдающиеся деятели увековечены в произведениях искусства на улицах, в скверах и парках. Однако многие считают, что в культурной столице их недостаточно. Мы спросили у прохожих на улице, кого они хотели бы увидеть в бронзе или камне. Можно группе Досмукасан поставить. Им же нет памятника. Вот им. Панфилова. Память Панфилова, да. Красивый памятник можно было бы поставить. Хороший памятник, мне кажется, Кунаеву. Он в этот все-таки молодец, поднял город. И первым казакам, которые город делали. Может быть, Тимати. Ну, блин, он же не казах. Ну, может быть, этому. Блин, забыла. Боксеру. В Алмате? Да. Кунаеву. Памятник. Ну, во всех городах принято там сантехникам, электрикам. Я бы не просил за сантехников или за модельеров. Кунаеву, если есть Кунаеву памятник, вот ему бы стоило за все его заслуги. Вот честное слово. Город рос. Советский, да. Приман до сих пор. Город вырос именно благодаря ему. Всем алматинцам. Героям сегодняшнего дня, всему населению, мужественный город. А так конкретно кого-нибудь назвать? Ой, кого? Не знаю. Очень уважаю наше алматинское население. Все народы, все достойны. Я думаю, мамам. Мамам стоит поставить памятник. К слову, памятник Динмухамеду Кунаеву сооружен в 1978 году в ознаменовании заслуг дважды Героя социалистического труда. Он находится на пересечении улиц Кунаева и Багинбай-Батыра.